Глава 16. Коронация. Виталию удается сломить волю Гуга, и в сопровождении Николая мальчик обрушивает на шато Домбраж полчища крыс. Николай убивает Артура, но Амиция и Гуга, вновь воссоединившись, уничтожают верного слугу Виталия. Дети отправляются в город, чтобы положить конец безумию великого инквизитора. Какой огромный город! Как мы найдем мамочку? Мы вытащим ее отсюда, Гуга. Так, хватит ворон считать. Подожди! Милли грустная. С ней все будет хорошо. А мы можем ей помочь? За этим мы и здесь, чтобы помочь ей отомстить. И не дать ей погибнуть. У нас есть малыши крысы. Мы непобедимые. Родрик, ему 5 лет. Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала Смешного Зарбаба. Мы продолжаем проходить игру A Plague Tale Innocence. Ну что же, это у нас с вами финал, друзья. Финальная серия. И здесь нам надо с вами найти обязательно гербарий один и 2 последние диковинки. Так, ходим, бродим везде, смотрим внимательно. Раз это финал, то надо будет все внимательно посмотреть. Сера камнем. Так, опять у меня русская раскладка почему-то стоит. Ова, спирт. Так, незаметно-то приныкался. Что у нас здесь? Так, ну допустим, это я могу создать, чтобы у меня было, да? Здесь тоже могу создать. Ну, тоже могу создать, в принципе. Так, все, в принципе, есть. Отлично. А это что? Управление крысами. Ну, ладно. Я думаю, это с вами потом пригодится. Ах, твою же! Что такое? Милли, успокойся. Сучьи крысы перекрыли самый безопасный вход. Милли, они не хотели, они... У нас нет выбора, придется идти через главные ворота. Только надо быть осторожней. Эй, Милли, подожди! Она злится на меня? Нет, она просто очень злится. Но дай ей немного времени, Гуга. Так. Но мы же как бы... А, проход, в смысле, они... Понятно. Гнездом своим закрыли. Но опять-таки, мне получается, нужно еще 2 кожи, чтобы туда прокачал до конца прощу. Так, серый это есть. Камушки есть. Ткань. Селитра. Так, ну я вроде больше ничего тут не видел. А зачем, кстати, зажигать? Какой в этом смысл? Не знаю. Стоит ли тратить ресурсы на это все? Я думаю, что нет. Осторожно. Так, ресурсы, ресурсы. Смотрим ресурсы. Нам нужно еще 2 кожи. Эй, как думаете, начали уже? Хорошо бы, потому что их тут что-то все больше и больше. 3. Рискованно. Лучше зайдем через черный ход. Там может быть заперто. Они уходят. Пора действовать. Лука, за мной. Милли! Ты, главное, не сомневайся. И вообще, нам тут есть чем заняться. Ладно, пойду обратно. Осторожней там. Вот дерьмо. Их заметят. Эй! Да стоять! Я пойду помогу. Стой здесь. Надеюсь, у них получится.
Она знает город. Эти стражники за ней набегаются. Ладно, идем. Не будем упускать шанс. Да твой. Конец тебе. Так, ну хорошо. Отлично. Я, кажется, увлекся. Нормально все, не увлекся. Ресурсики, ресурсики, ресурсики. Так, это я возьму. Многое же изменилось за это время. Колокола! Амидзе, витали в соборе! Значит, и мама тоже. Вот ублюдок, удивиться. Сначала надо найти остальных. Так, смотрим, смотрим, смотрим внимательно. Закуток. Отлично. Так, смотрим, смотрим внимательно. Здесь есть ресурсы. Кожа. 11, блин, кожи. Черт возьми, еще нужна одна кожа. Еще одна кожа. Одна кожа. Потом здесь кожа используется, здесь кожа тоже используется. То есть вот это все я создать уже не смогу. 4 и 7 это дофига и больше. То есть я даже не знаю, сколько там было кожи всего. Сколько надо кожи, чтобы вот это все прокачать. Очень много. Но сумку я прокачаю обязательно. В общем, получается, мы здесь все. Инструменты-то у меня есть, так что я могу создавать и без инструментов, без этих столов. Но нужна еще одна кожа. В идеале, конечно, бы еще побольше бы кожи найти. Было бы классно. Так, стоп, пешечки. C'est quoi ces tremblements? C'est les rats. Ils sont ici. Juste en dessous. C'est eux qui ont tout détruit. Так, крысы под нами. Regardez le sol. Когда вы удерживаете контрол для управления крысами, обратите внимание на красные испарения. Это орды крыс, запертых под землей. Погасите источник света, чтобы освободить их. Ага. Я понял. Так, а теперь надо будет ими управлять, да? Так, стоп, у меня на какой он там цифру был? На девятку? Вау! Так, они-то его слушаются, это хорошо. Но мне-то потом как пройти? Так, ну они их жрут. Соответственно, в принципе, не отвлеклись. Так, я здесь ничего не упустил. Так, сюда я не смогу спуститься, правильно? Правильно, иначе я не буду тратить никакие ресурсы. Так, идем сюда. Еще ткань. Ткань-то хорошо. Камень у меня перебор. Сейчас поправим. Опа. Я бы это не трогал. Почему? Мы с вами нашли диковинку. Да. Дисциплина. На территории Европы постоянно возникали все новые секты и культы. В борьбе с ними церковь могла рассчитывать лишь на инквизицию. Члены еретических движений, дульцинитов, фратичелли и флагелантов, бичующихся, были убеждены в том, что человечество заслуживает божественной кары и пытались искупить всеобщие грехи, избивая себя кнутами у всех на виду. Они совершали крестные ходы из деревни в деревню и секли себя тяжелыми плетями со множеством узлов и шипов. Их деятельность вела к еще большему распространению чумы. Конечно, себя там утузить.
Так, вроде все пособирал. Осторожно, стража. Так, подожди. О, офигеть, там еще и лучник. Офигеть! Уйди ты, блин! Ё-моё. Вот это я профукал сейчас момент. Я думал, он там стоит, блин. Зараза. Ткань буду использовать. Но главное, не кожу. А могу его вырубить отсюда, блин? Так, ну там, в принципе, крысы получается. Так, он пошел проверять. Так, стоп. Да куда же ты, блин? Ёшки-матрёшки, да приводись ты. Чёрт, дерьмо какое. И офигеть. Да, иди ты в попу. Сожрите его, крысы. Сожрите эту сволочь ходячую здесь. Ну? Но жрите-то его, блин. Чего они не отвечают, твои крысы? Короче, я запорол все. Потратил, блин, кучу ресурсов. На что, спрашивается? Да иди ты уже, блин, говнюк. Почему его крысы-то не сожрали, блин? Сволочь. Ну, давали ты уже быстрей-то. Крысы вообще не слушаются, чё за бред? Ну, может, он сможет его вырубить потом. То есть он, по идее, сейчас должен вернуться на свой пост. Ну ладно, пусть ты там вроде как спиной стоит. Иди выруби его. Он сквозь крыс пробежал. Ой, бредятина. Ладно, это все мелочи жизни, так сказать. Блин, а почему крысы-то не вышли? Может, перейдут? Нафиг не нужны эти крысы. Там еще один есть, я точно видел.
Блин, а он не здесь, он там стоит. Ну да, он сюда смотрит. Ага, здесь можно будет вызвать крыс. Здесь тоже можно вызвать крыса, окей. Но только смысла в них нет, в этих крысах. Сейчас, по крайней мере, в них нет. Вот только я хотел бы туда бы пройти. Но я сейчас не могу это сделать из-за крыс. Веревки много, блин, а вот кожи нифига нету. Возможно, что-то интересное есть наверху, но я туда уже не смогу попасть. Есть только как-то крыс приманить. Так, они на него внимания не обращают. Я могу их как-то приманить? Не, им вообще по барабану. Вот это сейчас было обидненько, что им по барабану. А там явно что-то есть полезное, да? Не-не, подожди, мать. Угу. И чё, и как мне вас остальных-то? Ну чёрт, я хотел бы пройти здесь. Я рискну, мне пофигу. Давай. Отлично. Инструменты. Ну, короче, получается, они меня вообще не трогают, эти крысы. Потому что я с пацаном. Соответственно, они не трогают и Родрика. Так, подожди. Камень взял. Bonhomme, tu as une armée de rats. Rodrick, il faut qu'on ouvre cette herse. Je ne vois pas de levier. Je m'en occupe. À ton signal. Tout seul? Tu veux le faire? Так, а как мне пройти? А, блин, ты можешь поднять, что ли? Чё сразу не сказал-то? Так, ну как-то туда надо попасть. Там я вижу, получается, цветок, что ли? Ну да, точно, там цветок. А как попасть, непонятно. Ладно, сейчас посмотрим. Пока открывай. Либо там есть проход. А! Подожди, чувак, тогда. Извини. А, уже не пройти, блин. Ладно. Силён, силён.
Да бляха ты муха, заныкайся. Ух. Так, ну его можно будет вырубить. Да блин, Родрик встрял тут, застрял, не дает пройти. Ой, замечательно. А этому пофигу, он бегает. Давай, он твой. Не может, блин. Опа, нас поймали. Все, валим, валим, валим. Так, стелс не канает, и я не понимаю, как нам тут быть. Тут целая толпа, блин, и... их не убить. Крысы, это бесполезно, опять-таки, потому что они только одного сожрут и все. Ну, вышли крысы, окей. Толку-то от этого, что они вышли. Ой, а чё ты не этот? Так, ну хоть кого-то сожрали уже плюс. В общем, получается, я сейчас всех крыс выпускал, кто тут был. Да ёшки-матрёшки. Не, его надо вырубить сейчас. Сейчас немножко успокоится. Одного, допустим, сожрали, еще трое осталось. Но первым делом надо будет вырубить лучника. Он начнет бьет на расстоянии сдалека, блин, и все, и капут. Не попадаю. Не попадает она отсюда. А отсюда. Ну, сейчас уже немножко полегче. Может, крысы его сожрут? Чё происходит-то? Вон крысы, бегите туда, блин. Так, понятно. Нашли их. Фух. Теперь можно спокойно побегать, пособирать ресурсы. Так, горшки всякие. Да подожди ты.
Опа, наконец-то! Наконец-то кожа! Наконец-то, друзья, кожа. Так, прокачиваем, значит, сумку. Теперь здесь надо будет спирт и опять-таки куча кожи. Здесь опять нужна кожа. Здесь тоже нужна кожа. Короче, везде нужна кожа. Одна только сплошная кожа. Так, я могу что-нибудь создать? Да потерпите вы, блин. Мне ресурсы нужны. Так, там ничего нету. Так, куда-то лезу. Да хорош орать-то, я вижу вас. Подождите вы, блин, ё-моё. О! Кожа. Жалко, что только одна. Жалко, что они попадаются только в одном количестве. Не по две, там, не по три. Да потерпите вы, босс же ты мой. Как вы руны какие, блин. Ну и что дальше? Celle qui brûle, là? On ne peut pas rebrousser chemin. Partez! On vous retrouve de l'autre côté. Faites attention. La maison. Allez! Ну окей, пошли. Блин, получается, я не найду тут гербарий, потому что он как раз был там. А там проход закрыт. О, c'est fermé! Je vais l'enfoncer. Ну давай, выламывай. Saloperie! Родрик, à couvert. Hugo, on s'en charge. Amusez-vous bien. Ага. Так, может, вы его сожрете-то, ну? Че вообще тут происходит, блин? О, c'est fermé. Je vais l'enfoncer. Туши здесь. Я не понимаю, че они их не жрают-то, блин? То тут готовы были сожрать его во все потроха, блин. То вообще не трогать никого. Чё за бред, блин? Ну, сожрали, допустим, они. Толстяк еле идет, блин. И чё? Офигеть. Класс. У меня крысы закончились, блин. У меня тупо закончились крысы. Черт, он пипец шустрый. Чё там сидишь-то? Ils
Какие крысы его-то сожрут? Объясните, пожалуйста, блин. Бля, реально, он... Он какой-то неубиваемый, блин. На него крыс не хватает. Что за бред? Может его в ту толпу загнать? Так, допустим, возьмем горшок. О, не докидывай, да? Офигеть! Да неужели, блин? Donc les deux runes, rappelez-moi de pas vous énerver. Неужели, блин? Так, ну все, смотри, они, получается, открыли проход, и мы теперь сможем сюда пройти. 100%. Ну да. Не упустили мы с вами гербарий. Амита, смотри. Она что, все пережила это? Да, он воин, он защищает себя. Значит, он как мы. Да, так и есть. Это твой цветок. Спасибо, Гуго. Идем. Так, и что мы с вами нашли? Морозник какой-то. Это растение с античности использовали для лечения деменции и некоторых форм паралича. И довольно скоро оно стало символизировать тревогу и беспокойство. Брать его голыми руками опасно. Содержащиеся в его соке яды вызывают сильнейшее раздражение при попадании на кожу. Что уж говорить об употреблении этого растения внутрь. Тем не менее, его принято дарить на Рождество. Считается, что оно возникает из слез юной пастушки Маделон, которой было нечего подарить новорожденному Христу. Так, ну все, мы с вами все цветы собрали. Осталась, получается, одна диковинка. И мы с вами сможем идти дальше. Так, все ли у меня хватает? Окей. Камушки тут были лишние? Может, у них что есть? У вас что есть? Есть, камни у них есть. Окей. Ладно, идем. И так слишком много времени тут протрачили. О, спирт. Так, горшок есть? Да, горшок есть, все есть. Вооружены по полной. Идем дальше. Так, понятно, надо бы сейчас тушить. Так, кстати, возможно, будет как раз-то диковинка лежать. Так, веревочка, хорошо. Ткань. О, еще кожа. Ломай давай. Так, давай, ломай. Ну, раскашлялись. Так, камни есть? Блин, диковинки нету.
pied. Опять куча стражников, да? Je pensais qu'il encaisserait plus que ça. Так, спиртик. Блин, ну я, конечно, фонарь могу потушить, а толку-то? Если бы он среди крыс проходил, другой разговор. Так, а где тут есть какие-нибудь крысы? Ой-ой-ой. Нет, крыс нету. Крыс нету. Не, конечно, могу их вырубить, это не проблема, блин. Всех троих, они тут без шлема ходят. Тот дальний меня смущает. А так-то, в принципе, по барабану. Да куда ж ты? Как ты так могла промазать? Я не понимаю. Ты чё, мать, совсем что ли? А я чё за проход? Блин, чё всю эту посину не спалила, мать, ты чё? Нифига себе! Ouvrez-l'œil surtout! Personne doit s'approcher de la cathédrale! La cathédrale! On est sur la bonne voie! Là-bas, la herse! C'est le seul chemin vers la cathédrale. On doit trouver un moyen de passer. Телега воспользуйтесь. Окей, хорошо. Но до телеги еще пока подожди. Три кожи. По-моему, что-то могу создать. Да, могу, но не то. Вот здесь бы, конечно, бы создать бы. Ну, либо если получится, 7. Ну, хотя же 7 кожи, это тяжело найти будет. Так, опять-таки странно, а сюда-то как попасть? А! Тут, оказывается, открывается. Il y a une chaîne de l'autre côté. Tu connais cet endroit? On devrait pouvoir ouvrir. Как-то будешь стрелять? Нет. По идее, по логике, надо пацана отправить туда, он в дырку. Но что-то я не понимаю, как он это будет делать. А, так тут проход есть. А-а-а, да понятно. Тогда все понятно, куда что идти. Ладненько. Так, здесь есть стол, можно что-то сготовить, но я хочу найти еще кожу. Tu devrais pas. Pourquoi? Cet endroit. Je le connais trop bien. Qu'est-ce qu'il y a, Родрик? Не ссы, Родрик. Все будет пучком. Родрик, что происходит? Куда ты? Идем. Не может быть, Родрик. Ничего не осталось. Не сожгли твой дом? Это кузница моего отца. Я здесь вырос. Я здесь.
Je sais ce que tu ressens. Я понимаю, что ты чувствуешь, Mais tu es но ты еще жив. И твои корни тоже, и никто никогда у тебя этого не отнимет. Tu as raison. Ты права. Je sais qui я знаю, кто я. Ладно, идем. Allez. Надо спасти твою мать. On doit sauver votre mère. Tu vas voir. Моя мамочка самая лучшая, вот увидишь. Ensemble. Мы останемся вместе и найдем другой замок. Ça, ce serait bien. Договорились. Так, отлично, повышенным достижением. Ну, давайте разбираться, что нам тут с этой телегой делать. Тащить, получается, он будет ее, эту телегу, один? Или мы вдвоем? Телега! Родрик, если дотолкать ее до решетки, у нас будет укрытие. За ней Гогу будет в безопасности. Эй! Оставь, Амиция. Что ты делаешь? Отойдите с братом. Толкать буду я. Родрик, давай помогу. Я в порядке. Если хочешь помочь, смотри за стражниками. Ладно. Ладно, поехали. Вот тут он здоровый, качура. Так, солдатами заниматься, да? Или все-таки этими, лучниками-то? Ну, походу, да, мне надо заниматься солдатами. Лучники не так важны. Блин, я не могу попасть в них. Чё, лестница? Чёрт! Блин, ну он по городу сдохнет. Гуга, давай. Твой черед. Мы тебя вытащим. Простите меня. Простите меня. Сука! Сука! Гуга. Идем. Нам нужно идти. Я не верю. Не может такого быть. Милли, пожалуйста. Нет. Я заставлю этих мразей заплатить за все. Главное сейчас выжить и держаться вместе. За это и отдали своей жизни Родрик и Артур. Отвали. Она права, Милли. Да, жалко пацана, Родрик. Его больше нет, Гуга. Он обрел покой. Хватит смеять их проклятых крыс, мрази!
Ну что будем делать? А, мы сейчас просто пройдем тупо. Но они проведут нас. Да что ты говоришь? И как же? Вот так. Как ты? Ого, так это за правду. Гуга, скажи, что ты поможешь нам убить этих ублюдков. Мили. Без твоего брата у нас ни единого шанса. Амице, ты же это понимаешь? Я помогу тебе, а ты поможешь нам спасти мамочку. Договорились. Опять новая куча охранников, блин. У меня уже много кожи, блин. Ой, вернее, это ткани. Мне сейчас бы... О, спасибо. Мне сейчас как раз одну кожу. Вот, создаем. Скарб. Инструменты больше не нужны. Ну и тут я уже, конечно, не накоплю. 7 тканей... Ой, кожи, это нереально накопить. Сейчас это уже нереально накопить. Тихо, 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 стой. Ну и как нам действовать? С помощью крыс? Я просто не понимаю, где там есть крысы, нету крыс. Ну, допустим, я разобью фонарь, что дальше? Тогда другой разговор. Тогда ладно. Я просто думал, где-то крысы будут здесь. Но здесь их не оказалось. Блин, там еще охранник лазит. Спиртик. Подождите, друзья, сначала надо здесь все походить, посмотреть. Потом уже дальше пойдем. А то куда-то вперед меня бежите, это нехорошо. Это очень нехорошо. Так, создать могу? Могу. Пригодится. Так, кожа есть, но опять-таки она одна. А мне надо еще 6. У меня куча инструментов, блин, а что с ними делать-то? Когда нету ресурсов нужных. Так, серы уже многовато. Ой-ой-ой-ой-ой, там лучники, что ли? Черт возьми. Так, ну крысы их не трогают, окей. Но он же не будет проверять, правильно? Это же нелогично. Чтобы лучше пошел проверять. Это, ё-моё, нелогично. Да не его фонарь! Да пофигу. Не его, блин, фонарь! Господи! Ай, я ненавижу, блин, вот этот момент, блин. Да неужели? Главное, метишься в один фонарь. Все, навел на фонарь, блин. Нет, она берет, блин, стреляет куда-то хрен знает куда.
Но только не фонарь, куда надо было. Так, создаем что-нибудь. Да, то надо забирать здесь ресурсы. Так, ну диковинку, походу, точно я не нашел, пропустил где-то. Мы на месте. Виталий, Амиция, они собираются сделать что-то очень плохое, я чувствую. Плохое? Что именно? Вы меня простите, конечно, но мы здесь, чтобы его прирезать. Так что какая разница? Он скоро начинается. Идем, Гуга. Мама там. Подожди, мама там. И чего? Опять что ли драться? Что за экшен-то пошел в конце? Да в него стрелять! Что за дура, блин? Я не понимаю, чё ты за дура-то такая стала, блин? Четкие команды, блин, в голову одному, в голову-то стрелять совсем не в тех, блин. Чё за бред? Я не понимаю, мать, ну чё ты творишь-то, блин? Vous allez mourir si vous descendez. Qu'importe. Amicia, il y a des rats dessous. Alors dis-leur de sortir. Vas-y. D'accord. Да не в того ты, блин. Так, ладно, я понял. Вас надо поближе подвести. Я думаю, я попал. Оказывается, не попал. Семья, говоришь? Милли. Милли. Помогите мне, никто больше не должен войти. Этим вы чего не добьетесь? Вы не хотите понять. Мамочка! Дитя мое. Гуга! Амиция! Мама! Это сделал Виталий? Он принес их в жертву. Он переступил порог! Уходите! Бегите оттуда! Ох, ради бога! Финальный босс. Гуга. Ты готов? Да, крысы здесь. Тогда идем. Не отставай. Мы с вами. Так как бы он тоже может ими управлять-то? Теперь он же порог перешел, тебе же мать сказала. Отпустите ее, Виталий, это ваш последний шанс. Так-так. Гуга, твоя сила. У меня все хорошо, не переживай. О да, он весьма одаренный ученик.
Жаль, только позабыл, кто именно научил его всему. Завали Хайло, старик! Мы пришли тебя убивать, а не слушать твою болтовню. И все же, вы пришли ко мне, как заблудшие овцы, к своему пастырю. Довольно, Виталий! Вы один! Верните нам мать, или... Или что? Ну же! Я могу еще многому научить носителя и его друзей. Вы такие трогательные. Спасибо. Спасибо вам за ваше чистосердечие. Вы слышите? Это ангелы. Ангелы нового мира. Назад. Свет, они... Я видела, давай. Лука, Мили, стойте там. Нет, я могу вам помочь, я могу. Это наша кровь, Мили. Хорошо. Уничтожь его. Крыса на крыса, отлично. Что мы будем делать? Сплотитесь и пожрите их. Да господи, куча крыс из игры повисает. Образовать стаю, затем отправьте их на скопление белых крыс. Ой, блин, вот это сейчас вовремя, пипец. Еще ресурсы собирай здесь, замечательно. Так, надо потушить последние факелы, блин. Тихо, тихо, тихо. Крыса на крысы, блин. Замечательно. Ну, потуши этот огонь, блин. Ой, ты ё-моё, блин! Я думал, они все. Бляха ты, муха, они, оказывается, ни хрена не все. Как они тут оказались, очутились, непонятно, блин. Короче, только по одному можно, да? Орду на орду. Так, давай тушить. Все, могу пройти дальше. Я реально думал, там все, блин. Две орды было. Вроде как уничтожил, оказывается, там еще одна была. Вот теперь-то я уже вижу, что их там толпа целая. Не-не-не-не-не-не. Финальная битва, конечно, крутая. Мама! Мамочка! Гуга! Амиция!
Он не должен злоупотреблять своими силами. Мы сейчас выпустим вас. Мы этим займемся. Гуга, ты же это чувствуешь. Это тебя пугает. Истинная власть, дар самости. Амиция. Я единство. Я кровь. Кровь, что связала всех сынов Адамовых. Назад. Останьтесь с Гуга. Умрите. И чё, бляха, муха, я должен здесь делать? Я что-то не понимаю, что мне надо делать-то. Я крысами не могу управлять. Что происходит? Ну? А, вот, другой разговор. Понятно. Старик в ярости. О, это что-то новенькое. Давай, ну где крыса-то? Ну блин, там крысы получается попадают. Ну то есть как и выходит, надо ему просто дать проход. Его крысам надо дать проход, иначе они ничего не сделают. То есть сюда же надо было сейчас второй столб. То есть эту вот прямую область надо освобождать для него, блин. Для его крыс. Так, теперь надо будет тушить. Давай. Так, здесь есть. Просто не узнаешь, куда они упадут, блин. Ну? Так, последний раз остался. Но сейчас будет самое сложное. Так, давай в самый край сюда вот. Так, хорошо. Потом потушим.
Так, хорошо. Да блин, туши ты! Давай! Все крысы с той стороны, блин, успей! Давай, Гуга! Живучий гад! Три камня в лоб! Успокойся. Все закончилось. Глава 17 для каждого. Кажется, надежды больше нет. После гибели Артура жертвует собой Родрик, но он погибает не напрасно. Гуга и Митс добираются до Виталия. Великий Инквизитор умирает, а Беатрис воссоединяется со своими детьми. Три дня спустя. Февраль 1349 года. Ладно, идем. Все есть? Да, это все, что просил Лука. Теперь мамочке будет лучше? С ней все будет в порядке, Гуга. Она же крепкая, прям как ты. Точно, вот бы нам поскорее найти новый замок. Да, похоже, тебе понравилось быть королем. Посмотрим, что удастся сделать. Для начала нужно покинуть эти земли. Неожиданный только поворот. Я думал, что это у нас в уме в прошлой голова была финальна, но оказывается, что нет. Оказывается, вот он финал. Инквизитора победили, крыс нет. Так, вы домой-то попали? Да, внизу осталось, но там пусто. Что-то не верится, что крысы исчезли навсегда. Будем на это надеяться. Да, крысы исчезли навсегда. О, Амиция, смотри! Приветствую, юноша. Я нет, а вот моя сестра в этом мастерица. Правда, Амиция? Так, опять мне русская сладко. Ну ладно, давай попробуем. Так-так, правила простые. 6 камней, 6 выстрелов. Сбей столько мишеней, сколько сможешь. Готово? Готово. А, вон еще последняя. Эй, да ты свое дело знаешь. Яблоко твое. А еще почет и уважение. Поздравляю, Амиция. Ну, круто. Всех крыс позбивали, поучаствовали. Это яблоко тебе, Гуга. Ты мой самый преданный зритель. О, спасибо. Я так хочу есть. Кто бы сомневался. Эй, сегодня мы празднуем третий день избавления от крыс. У нас там дальше небольшая ярмарка. Идите посмотрите, там здорово. Ярмарка? Настоящая ярмарка? Я в жизни не был на ярмарке. Гуга, Лука же ждет нас. Не стоит здесь задерживаться. Это же ярмарка, пойдем. Гуго! Ну ладно, только ненадолго. Так, подожди, а что у нас здесь есть? Деревню-то мы восстановим, но пустые дома никуда не денутся. Если укус не уйдет, люди рано или поздно вернутся сюда. Какой еще укус? Просто хотя бы послушаем диалоги, друзья. Не зря же мы столько сил потратили. Так это правда? Ты будешь возить зерно? Мы уже 3 дня ни одной крысы не видели. Пора снова за работу. Неправда, в полях теперь ни души. Такое несчастье. Вот именно. Эти благородные дворяшки всякие. Думаешь, они сами руки марать пойдут? Да не в жизни. Зато у них есть денежки. И если они хотят есть, пускай платят. И немало. А ведь и верно. Точно тебе говорю, после крыс все по-другому пойдет. Нет худа без добра.
Ну да, теперь богатей готов выкладывать кучу денег ради зерна, ради еды. Ну, в этой главе нам с вами искать нечего, потому что мы все нашли. Эй, смотрите. Этот мелкий. О, нет. Нет, парень, тебе сюда нельзя. Ну почему? Потому что нельзя. И все тут. Так, кто-то моего братишку не пускает. Ну-ка, отойди. Убери руки свои. Эй, что не так? C'est qu'un gamin et sa sœur sont recherchés dans le coin. Par des gens importants. Ici, on n'aime pas trop ça. Vous voyez? Je vois très bien. Еще бы. Идем, Гуга. Жадные сволочи. А как же ярмарка? Идем. Сейчас мы с тобой найдем другой проход. Нельзя пройти, что ли? Серьезно? Подожди, мать, а как же реально ярмарка? Эй, Гуга. Первый, кто добежит до телеги, получит 20 яблок. 20 яблок? Ну ты меня в жизни не обойдешь. Верно, черепашка? Что? Сейчас посмотрим. Вот как? Тогда на счет 3. Раз, два, три. А до какой телеги-то? Я уже близко. Не догонишь, не поймаешь. Ладно, ладно, ты выиграл. Да, 20 яблок. У нас все получилось, Лука. У тебя все при себе? Зверобой, боярышники. Все-все, идем. Отлично, ура. Амиция? Да. Почему они на меня так смотрят? Мели на меня так же смотрела, а потом ушла. Потому что она больше меня не любит. Гуга, она... У нее много дел. Это неправда. Но это не важно. Она еще долго будет спать. Ей нужно восстановить силы. Но с этими травмами она быстро пойдет на поправку. Хорошо. Эй, Гуга. Что? Как по-твоему, я хорошенькая? Да ты страшная. Ужасно страшная. Я страшная? Ты похожа на огромную жирную муху. На муху? Да ты так про свою сестру говоришь? Тебя нужно наказать за дерзость. Лука! Эй! Помогите! На меня напала муха! Я тебя съем, лягушонок. Да, финальная битва была, конечно, жесть. Ой, какая жесть. Блин, ну отличная игра. Вот серьезно, я возлагал на нее большие надежды, и они оправдались на все 100%. Игра просто шикарная. Музыка отличная, сюжет просто берет свое, блин. И держит тебя в интриге, все классно. Все просто замечательно. Отличная игра. 5 из 5.
Ну, а вы пишите свое мнение в комментариях, как вам игра. Так что на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, все ссылочки под видео. С вами был Базар Бабай, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.